Иду, снова гуляю, а тут сирень. Скоро распустится. Смотрите, как классно. Здорово. Красота. Какая у нас сегодня погода, друзья. Какое небо чистое. Какая красота. Птички поют. Тишина. Я на прогулке уже сейчас утром, 9 часов утра, у нас уже 18 градусов. Вот так тепло. Все деревья в цвету, все цветет, прям настоящая весна. Прохожу мимо дерева, здесь такой запах сладкий. И так роятся пчелы, так слышно, что я аж даже была вот здесь, вот на другой стороне дороги, я услышала, как они здесь жужжат. Не знаю, слышно вам или нет. Но их так много, вот они летают, их так много здесь. Такой сладкий запах, прям приторный от этого дерева. И здесь они тоже роятся прям так сильно. Собирают пыльцу, труженицы, пчелки. Здесь смотрю, в соседнем саду тоже сирень, но уже чуть-чуть побольше распустилась, прям уже цветочки. Уже видны цветочки. Какое чудо. А здесь какую красоту вам покажу. Смотрите, деревце. Бонзай маленькое, какое красивое. Все так ухожено. Везде деревце, кустики во дворе. И вот еще одна сирень тоже распустилась уже. Какое чудо. Это светлая сирень. Красота. А здесь в саду такое дерево, так интересно подстрижено. Макушка срезана у дерева. И вот такие цветы. Не знаю, что это за дерево. Тоже пчелки здесь летают. Красота. Я сегодня буду дома вязать на террасе. Хоть у нас там и стройка. Вчера там ой-ой-ой, как работали. Еще щебенку привезли. Ставлю вам видео, чтобы вы посмотрели. У нас снова идет работа. Работают мужчины здесь. Привезли еще раз нам сегодня щебенку. Спасибо, вы мне подсказали, а то я говорила гальку, оказывается, это щебенка, правильно. Ну, я же не строитель, поэтому забывается, конечно, это все. Вон там уже подровняли, видите, площадку более или менее. В общем, потихоньку движемся к цели. Классно. Сегодня однозначно вязание будет на террасе. Сейчас приду с прогулочки.
сделаю себе кофе, что-то мне кофе захотелось. Девчата утром кофе показывают всегда, и мне кофе захотелось. Сейчас сделаю кофеек себе и повяжу. Какие красивые домики у нас стоят. Вот вы просите снимать побольше. Посмотрите, какой сад красивый, ухоженный. Как все красиво. Вот просите побольше снимать. Вот на прогулочке для вас снимаю, чтобы вы посмотрели, как мы тут живем. Вот, слышно вам? Голубок воркует. Или голубка. А здесь снова эти красивые цветочки. Прям как подушка. Кто-то мне написал, да, как голубая подушка называется. Вот, может быть, смотрите, чудо какое, а? Прелесть просто. На башне без 15. 10 без 20. Вот у меня утренняя прогулочка какая была. Почти 40 минут я гуляла, в 9 из дома вышла. Сейчас покажу вам еще одну очень красивую поляну. В саду я увидела тоже вот с такими цветами. Там прям поляна на пол сада. Настолько красиво вообще. Вон соседи сделали красивый забор из камней и стекла. Прям чудо. А я хочу вам снять вот этот сад. Посмотрите, какая красота. Прелесть какая. Вообще все очень красиво. Смородина, тюльпанчики. Такой сад замечательный. А мне вот здесь понравилось. Такой забор сделали красивый. Это у нас на соседней улице. Стекло и камни. Но мы тоже хотели сначала камни поначалу, потом передумали. Все-таки они потом со временем темнеют, и туда мусор, листья забиваются. Мы немножечко по-другому будем делать. Здесь тоже, смотрите, какой сад красивый. Все в цветах, все в клумбах. Просто чудо. Ой, какая прелесть. Ну вот, я уже подхожу к дому. Самолет куда-то направляется. А вот здесь у соседа я увидела белую сирень. Тоже еще пока не распустилась. Сегодня у нас праздник, 9 мая, и я всем желаю такого чистого и мирного неба над головой.